Газопровод Винтай-Самара – стратегически важный объект. Он входит в число трех ключевых газопроводов, снабжающих голубым топливом Самару и ближайшие муниципальные районы. Построен газопровод был еще в 1954 году и отслужил все нормативные сроки. Поэтому ветку протяженностью 50 километров полностью реконструировали. Новая труба прослужит 40 лет. К тому же пропускная способность газопровода увеличится в 4 раза. Вопрос реконструкции столь важной газовой артерии стоял остро. Старая ветка не справлялась с возросшими потребностями развивающейся Самары. Это очень важный инфраструктурный проект в агломерации Самара-Тольятти, то есть все, что между Самарой и Тольятти, мы можем развивать все. Если та труба не позволяла дальше нам вообще развиваться, то эта труба еще может в 4 раза увеличить объемы подачи газа. Это и жилищное строительство, это и социальные объекты, это, естественно, промышленные объекты. Диаметр новой трубы 500 миллиметров, в 2 с лишним раза больше, чем у старой. Вся система полностью автоматизирована и сделана по самым современным технологиям. Самое главное, что он решил проблемы и смог увеличить почти в 4 раза возможности по поставке газа в эту зону, развивающуюся зону Самарской области. И мы считаем, что это событие важное и для нас, работников газовой отрасли, ну и, наверное, для всей территории Самарской области, для ее жителей. Работы шли около 2 лет. И на суше, и под водой. Трубы идут через реки Сок и Курумыч. Год назад запустили первый участок протяженностью 24 километра. Этой осенью торжественный старт дан работе всего газопровода «Винтай-Самара». При таких масштабах работ специалисты сделали все, чтобы газ ни на день не исчез ни из одной квартиры. Ни один потребитель в процессе строительства и в процессе переврезок не был отключен от газа. Потребители этого не заметили. Обновленная газовая ветка дала возможность без проблем снабжать теплом поселки Управленческие, Красная Глинка, микрорайоны Новая Самара и Крутые Ключи. Целый список крупных промышленных предприятий. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.